Друзья, всем привет! В Питере сегодня, ну, практически солнечно, но кроме этого очень-очень ветрено. А я сейчас собираюсь на тренировку и параллельно, естественно, я буду записывать для вас рубрику «Ответы на ваши вопросы». Так что прыгаем в тачку и погнали. Кстати, вот солнечно, я же говорил, солнце. Запомните, это питерское солнце, оно редко бывает. Все, едем заниматься. Что с собой? Да, все очень просто. Дополнительный аккумулятор, потому что я забыл зарядить телефон, наушники, протеинчик и бутылочка воды. Вот. Предтрен и протеин лежат в багажнике, я вожу с собой целые банки, чтобы просто про них не забывать. Вот, ворот я уже открыл. Погнали таким фастран по вопросам с предыдущего ролика. Хотелось бы подробнее про нутриенты послушать. Напишите, что именно хотелось бы услышать непосредственно подробнее. Про подбор нутриентов, либо то, какие я бы живу для себя, рассматриваю свой нынешний вес для поддержания формы и постепенного улучшения качества тела. Вот, только что было солнце, но это Питер, детка, и уже льет дождь. Почувствовал, на плечо что-то капает. Забыл закрыть люк. Так вот, что я хотел сказать вам, друзья мои. У меня был день рождения в эту субботу, 4 августа. Мне исполнилось 29 лет. Многие спрашивают, какой возраст у меня. Вот, так что еще год, и мне будет 30. Так что я лузером, у меня еще нету своей яхты. Так что есть к чему стремиться, есть над чем работать. Я не скажу, что я прям яхту хочу сильно. Но надо же что-то хотеть, пусть будет яхта. Или дом на море. Лучше дом на море. Собственно, этим вопросом я хочу заняться в ближайшее время. Вот смотрите канал, я вам про это скоро расскажу. Вот, выехал в другую часть города, начало светлеть. Что я хочу сказать? Что я хочу сказать вам? Блин, братцы и девчули-красавицы, спасибо вам за поздравления. Мне невероятно приятно. Я, получается, практически 2 дня обрабатывал, читал сообщения, по возможности отвечал. Блин, ваша поддержка, ваши слова, они в целом помогают двигаться вперед, они делают меня сильнее, они придают веру в людей. Да, мы очень много общаемся с другими спортсменами, с блогерами, с бизнесменами, и мы все как один постоянно твердят о том, что в интернете одна грязь, хлам, все любят говнище пережеванное, и вот всем только ради этого смотрят видосы. Но нет, это не так, есть вы, и вы, видимо, это то завтра, которое, надеюсь, мы заслужили. Потому что действительно часто читаю и там вижу какие-то комментарии в интернете, захожу, ну, там, пусть нерегулярно, но какие-то такие топовые события я отсматриваю, да, мне интересно, как некоторые спортсмены наши выступают. Хочу, кстати, поздравить Серегу Кулаева с его успешным дебютом на про-турнирах в Америке. Серега, ты большой молодец. И пусть второй турнир не дал тебе сделать такую форму, которую ты мог, все равно я считаю тебя одним из лучших современных бодибилдеров в России. Ты еще покажешь. И пусть ты давно не в команде Генетика, а сейчас с ребятами из сети магазинов «Фитнес-формула», но это для меня лично ничего не меняет. Я не имею возможности смотреть турниры с тобой, но каждый раз, зная, что ты будешь выступать, я буду держать кулаки и желать тебе, да и всем нашим ребятам, огромной удачи, потому что вы выступаете не только за себя, вы выступаете, как ни крути, за нашу страну, за наш бодибилдинг. Вы показываете в других странах о том, что у нас тут не только водка, медведи и балалайка, но и пара здоровых ребят тоже есть. В честь моего дня рождения, после выхода этого видео, ребят, вы с каждым заказом с сайта продукции вы получите вот эту вот бутылочку в подарок от меня. Она, кстати, очень удобная. Я хочу пить воды, потому что во рту уже пересохло. И под видосом промокод в описании, его находите, скидка 30%, 2 дня, вы знаете почему, это для вас, для тех, кто всегда рядом и
я ее нигде не афиширую, эту ссылку, я никуда не выкладываю дополнительно. Только на видео, только на Ютубе. Но бывают еще ништяки в Инстаграме. Мой Инстаграм вы знаете? Да, Серега вставил, красиво получилось. Ну, тут надпись. Вот, это Инстаграм, туда можно подписаться, там бывает хорошо. Погнали по вопросам. Биг Сергей, расскажи, как самому завод открыть? Бабки на пенсии не хватает на это. Слушайте, я рассказывал и не раз, пусть мне никто не помогал деньгами, никто не помогал советом на в момент становления бизнеса, но был другой момент, очень серьезный. Мне помогли с производством. Завод, на котором сейчас полностью располагается генетик, и только генетик, изначально это фармпредприятие, и там делался лекарственный препарат по ГОСТу, по лекарственной лицензии, то есть она закончилась не так давно, просто не было необходимости ее продлевать. Это бы не составило труда, просто эта компания перестала существовать. Продукт в данный момент не выпускается. Лекарство Полифепан, может, кто-то из вас знает. Так вот, я работал в компании ЗАО Сентек, которая являлась производителем и продавцом этого лекарства в отделе развития. И в тот момент, когда решили делать спортивное питание, у предприятия были все для этого возможности. Были помещения, персонал, были аппараты для смешения, плюс небольшого объема, но был 40-литровый смеситель, который механики немного переделали. Везде была очистка воздуха, ультрафиолет на территории предприятия, были запайщики для оборудования, были технологи, которые так или иначе смогли подключиться к работе и начать дополнительную плату работать параллельно в Сентеке и у нас. И с этого мы запустились, и мы не платили первую пару лет аренду, зато сотрудники получали зарплату дополнительную, фасовку и так далее. И это обеспечивало, так скажем, ну, более уверенное положение фармкомпании. Но сейчас уже Полифпан не продается. На что он был похож? Это что-то типа активированного угля, но в 1000 раз сильнее. Вот. Ну а постепенно фармкомпания перестала существовать. И в данный момент все 4 этажа здания, практически там около 2000 квадратных метров, мы занимаем производством. Вот так вот. Так что в чем-то повезло. Пусть немного это было, но именно на тот момент это было прям овер до хера. И это дало старт. И самое главное, что это дало гарантию безопасности продукции с самого первого этапа. Ее безопасность продукции для меня — это одно из определяющих значений слова качество, да? Потому что нельзя быть самым качественным, можно быть просто качественным. А это несколько пунктов. Это состав, соответствующий написанному на упаковке, и безопасность продукции. Вот это значит качество. Ну, для меня. Спасибо за видос, пожалуйста. Так, на сайте Паркеров появились витамины. Генетик, имеешь ли ты к этому отношение? Нет, ребята. Спасибо, что пишете, спрашиваете. Ваня Иванов. Те, кто использует наше название на фармакологических препаратах, являются пидорасами. Это видел дизайн. Судя по всему, это такой подвал. Это сварено, скорее всего, пидорасами, я уже говорил, из говна. Ни в коем случае не приобретайте эту продукцию. Вот. Что еще могу сказать? Спрашивали у меня пару раз, какой бренд мог бы рекомендовать. К сожалению, никакой не мог бы рекомендовать бренд сейчас. В свое время я уже получил проблемы из-за некачественных витаминов. В 2015 году перед чемпионатом России краски делал локальные инъекции, чтобы не было шишек, так скажем, на жопе на сцене. Да, нужно было распределять объем масла, потому что у меня дозировки не то, что скажу, дико высокие, но такие приличные. То есть где-то там грамм-грамм 300 мне нужно для того, чтобы я чувствовал какое-либо действие. И вот тогда я ставил местно масло, и первый пол подготовки все было супер, все было хорошее. А потом мне прислали фейк, и вот то, что есть пара уплотнений в руках, это, собственно, причина банально некачественной фармакологии. Вот уплотнения остались. Они постепенно расходятся, я вижу, что их становится все меньше, но вот эти вот локальные инъекции оказались, косячные. Это был магазин Русмасса, его уже закрыли в данный момент. Вот они прислали мне поддельную продукцию. Я и по форме понял, что к Олимпии я был намного хуже после чемпионата России.
Ну и, собственно, вот эти не расставшиеся инъекции тоже ничего хорошего не дали. Хочу на экскурсию. Ребят, я все ваши сообщения касательно экскурсии отработаю, прокомментирую, скажу, куда вам написать, чтобы связаться. И я думаю, что мы до моего отъезда в отпуск, улечу я в Испанию в конце лета, мы с вами соберемся и сходим на экскурсию. Видел коммент про Москву? Да, москвичи тоже могут тут участвовать. Если вам не лень приехать в Питер, то я с удовольствием вас встречу и покажу вам наше предприятие в рамках экскурсии, которую я обещал. Так, Филя, пилотка твоей девушки становится просто легендарной у нас, но мы это пропустим. Дубров Егор, что такое прогестерон? Прогестерон — это такой гормон. Можете почитать в интернете, ознакомиться и с его правильным написанием тоже. Руслан, а почему сейчас не делаешь промокод на скидочку, как раньше? Ребята, ставьте лайк, кто хочет скидку. Александр, потому что скидки я делаю только по случаю, не всегда. Ну, давайте так, начнем с корыстных целей. Мне хочется, чтобы вы посмотрели видео, я же его не просто так записываю, поэтому я делаю скидки иногда. И вам вот ништяки такие. Вот сейчас был день рождения, видите, и я скидку сделал. Плюс я ни в коем случае не стараюсь дико раскачивать розничный сайт Генетика по одной простой причине. У нас есть партнеры, и наших партнеров я безумно уважаю, и поэтому в розницу должны продавать они, а я должен выпускать крутую продукцию, много, и есть новая задача у компании, я смог сформулировать идею, цель, как это называется, ну, там пишут, знаете, такие большие, там, декларировать цель работы перед сотрудниками и нашими партнерами. Так вот, задача простая, новый хэштег Genetic Lab, fuck iHerb. Мы должны создать полный аналог всех топовых продуктов iHerb, чтобы вы могли их заказывать в России, не ждать посылки, прийти в магаз возле дома и купить там 5-HTP, ГАБУ, Игдистерон, ЗМА, коллаген, цела. Ах, да, все это уже есть у Генетика. Гиалуроновая кислота вышла. Буквально. Мужской и женский жиросжигатель вышли. LST Joint, копия Лилабрады. Блин, мы сделаем все. И я работаю над экспортом. Мы будем продаваться за границей. И много. Уже сейчас мы есть в Китае, и мы есть во Вьетнаме, в ряде азиатских стран. Ну да ладно, про скидон, короче, поняли. Очень грамотно отвечать — это искусство. Да это не искусство. У меня, кстати, спрашивал близкий товарищ, говорит, зачем ты отвечаешь на плохие комментарии? Для людей хейт — это образ жизни. Я уверен, что если на сотню негатива я буду отвечать правильно, с должным уважением к человеку, то хотя бы один из них поймет, что он занимается херней, что он тратит свою жизнь впустую. Я всегда рекомендую, ребят, зачем вы пишете негатив? Вы тратите время. Не смотрите, не пишите. Берете подружку, берете девчонку, возможно, берете парня, хотя я это не одобряю. Ну, если вы парень, я не одобряю, если вы берете парня за руку. А если вы девушка и берете парня за руку, то это чудесно. И вы идете с ними гулять, получать удовольствие от жизни, дарить какие-то эмоции дорогим вам людям. Либо вы идете работать, либо вы идете тупо отжиматься, потому что, как ни крути, это тоже может пригодиться. Поэтому хейтеры — это круто. Они либо меняются в лучшую сторону, либо хейтеры, они вылетают из конкуренции в жизни. Они сидят, жуют говно, они не конкурируют с вами, они не конкурируют со мной, они тут проживают свою жизнь и жрут какие-нибудь дешевые сосиски. Или даже не сосиски. Вот, поэтому это круто. Вы должны радоваться тому, что есть глупые люди, тому, что есть злые, есть хейтеры, есть бездельники, есть жиртресты, которые говорят, меня должны любить таким, какой я есть. Да слушай, такой огромный, на тебя любви не хватит. Поэтому это круто, радуйтесь. Вы просто выигрываете в конкурентной борьбе. Хейтеры — это зашибись, но хочется в целом жить в обществе приятном, поэтому тот, кто сможет измениться, он этого достоин, он стоит сил, потраченных на каждого из этих людей.
Сначала подумал, что футболка такая с одним плечом открытым. Прикольный дизайн был бы. Я подумаю над этим, но в целом про шмотки уже принято решение. Я сейчас занимаюсь, скажем, идеей первой коллекции. Условно говоря, первой коллекции фитнесовой. Думаю, это будет 5 или 6 вещей. Ну, понятно, базово. Майка, футболка, шорты, штаны, толстовка. И может какая-нибудь майка с капюшоном такая, типа, мэнсфизиковская, модная. Говорят, очень популярно. Руслан, какой твой родной спортзал, где ты постоянно или чаще всего занимаешься? В данный момент это два фитнес-клуба. Это Спортлайф на Хашимина, метро Проспект Просвещения. И это Спортлайф на Обводном канале, там, где, знаете, вот бывшее здание вокзала Императорского. Там еще клуб «Зал ожидания», я забыл название, вот на Обводнике. Это прямо рядом просто с нашим предприятием. Оттуда мне 7 минут ехать до завода. Почему питерский завод дискриминация? Да, я говорю, я это уже видел, приходило оповещение. Нет, нет, без проблем, Москва, люблю, обожаю, приезжайте. Ну, москвичей люблю, обожаю, Москву, честно скажу. Ну, большого восторга не испытываю из-за трафика. Но хотя крайний раз, когда ездили на ProDexpo, на выставку, что-то прям Москва была приветливая, все улыбались, все было настолько круто и не было пробок почти. Я не знаю, что случилось, это была не Москва. Как ты относишься к методу диагностики на катании? Делали ее когда-нибудь? Честно, я не знаю, что такое метод диагностики на катании. Я сейчас буду делать кардио, разминку. Я постараюсь не забыть, залезть и прочитать. Сейчас даже сделал скриншот. По-любому теперь буду листать фотки, увижу. В аптеке есть препараты мелатонина. Сам пользуюсь мелоксеном. С удовольствием заказал бы у вас, если ваш работал бы не хуже мелоксена. А официально, как лекарство можно. Мы же делаем спортивное питание. В рамках спортпита нельзя делать мелатонин. В России выпускать именно. Хотя при этом в рамках лекарств можно. Также с трибулусом. Вы можете купить американский трибулус в банке в России зафасованный. Но мы по санпину не имеем права его фасовать. Но я сделаю андеграунд, чуваки, будет генетик андеграунд, такая андеграундная версия. Я к ней не имею отношения, если что, я генетик. Вот, так что мы сделаем такую тему, будет все рабочее, все крутое. Так, Руслан, надеюсь, ответишь. В общем, если я съем одно куриное яйцо в день, то на следующий день утром у меня обсыпет лицо прыщами. А если два, то вообще кобздец. Я совершенно не понимаю, от чего так. Что может быть, подскажешь, может кто-то. Ну, у вас называется это пищевая аллергия. Причем не знаю, на что именно, в яйце же есть и желток, да, и белок. В принципе, яичный белок, он не так часто является аллергеном. Попробуйте отдельно белок скушать, половинку белка. Все будет хорошо, пробуйте целый. Потому что вообще, ну, яичные белки, они очень полезные. Это очень хороший белок, и протеин из яичного белка очень крутой по аминокислотному скору, по составу. Практически идеальным считается. Поэтому пробуйте так. Но если будет аллергия, просто отмените, и без яиц нормально можете жить. Как бы не стоит себя, ну, терроризировать. И попробуйте еще яйца перепелиные, они часто не являются аллергенами для человека. Так, привет, Руслан, мне твое посещение солярия. Есть ли в этом польза или какой вред может принести это организму, если есть недостаток солнца в городе сильный, особенно зимой, за полярной ночью? Спасибо заранее, удачи и здоровья. Первое, ходить в солярий я проблем не вижу. Но не с целью загара, а как раз таки с целью получения определенной дозы ультрафиолета. То есть вот то, что везде продают в солярии там по 6 минут, знаете, там типа надо ходить, я против. Я за то, чтобы вы сходили в солярий на, например, там на 3 минуты раз в неделю или раз в 2 недели. Считаю, это будет здорово. Плюсом к этому рекомендую вам употреблять витамин D. Сдать анализы и по консультации с лечащим врачом принимать. Ну, либо просто тупо взять анализ на витамин D, написать мне, сколько у вас будет анализ, и мы с вами скорректируем дозу по витамину D, чтобы привести его в норму. Это дико важный витамин, прям трындецки важный, так что этот момент не надо упускать, это очень-очень-очень нужно и важно. Сдайте анализ, посмотрите все, ребят, витамин D это важно. Вот, а как раз таки загорать, чтобы быть цветом с меня, чтобы вы понимали, я не загораю, я сделал татуировки, я вообще на солнце не показывался, я просто смуглый. Вот, поэтому ради загара не надо, ради здоровья можно. Вот примерно так. Ну вот, собственно, я и приехал в Спортлайф на просвещение. Че, забыл микрофон в машине, поэтому не буду вам записывать ответы на вопросы. Музыка фоновая будет мешать.
YouTube будет ругаться за авторские права по музыке. Так что я пошел тренировать ноги, судя по там и поясу, который я взял. Поэтому все же тренируюсь. И остаток видосика я запишу уже в тачке. Блин, мне нравится. Красивая машинка. Колеса стоят там, мне кажется, 22-е. Короче, ну кто хочет что-то стильное, приятное. Внутри, конечно, погремушка пластиковая. Старый кузов. Новый C300 внутри просто как офис. Ладно, не суть. Люблю про машины. На самом деле, было бы время свободное, я бы снимал автоблог. Блин, вот кайф. Я не сильно в тачках разбираюсь, хоть у меня там инженерное образование. Там плюс-минус, конечно, я понимаю, наверное, больше многих. Но скорее для меня машина-то удовольствие, эмоции. Даже вот этот вот агрегат, я так много езжу за рулем, доставляет мне реально много эмоций, удовольствия. И как бы он дорого не стоил, и сколько бы не стоило там ТО-хи у него, если есть возможность, мне кажется, это того стоит, потому что это кайф. Опять, да, у меня ответ на вопрос превращаются в мой этот блог про Тинч Панга. Кончился. Вкусный. 4 новых вкуса сыворотки. Кофе. Ирландский капучино. Окна пока не буду закрывать. Банан, манго. Фух. И фисташка. Мороженое фисташка. Они такие бомбовые. Ля буду. Это, наверное... Ну, вот эти 4 вкуса, я думаю, топовые на рынке. Там шоколад, клубника, они около стандартные. Многие, много у кого есть, много у кого они удачные. Вот то, что мы сделали 4 новых вкуса. Вот, у вас есть промокод? Попробуйте. Я думаю, эти вкусы станут у вас навсегда на вашей полочке. Причем, может, вы будете пить что-то еще, но они будут у вас и не как протеин, а как обалденный десерт. Ладно. Блин, они крутые. Я столько с ними возился, столько ругался на технологов, столько проб прошло. Наверное, больше 200 проб. Это только моих, я не считая того, что еще технологи без меня пробовали, чтобы мне преподнести первый вариант после полученной задачи. Ютубчик не закрылся, но да, сбилось по популярным. Сейчас фильтр сделаю по популярным вопросам. Где-то я остановился, наверное. Не помню, сколько была первая часть, уже 4 минуты я наболтал, как обычно, меня простите. Короче, сейчас дослушаем меня, нажимаем на паузу и пишем. Я вот смотрю, ребята, вопросы разные, некоторые простые, некоторые о жизни. А может быть, есть смысл мне делать ролики, знаете, на определенную тему, например, там, про препараты или там добавки для жиросжигания. Отдельно, возможно, про методологию построения тренировки, как я ее вижу. Вот отдельно я хочу снять вам про плечо, про травму, что я пил, как я восстанавливался, через сколько я начал заниматься. Намного раньше, чем врачи говорили. Ну, естественно, много добавок, наверное, различных я принимал. Не наверное, а я принимал много, и думаю, в этом причина ускоренного восстановления. Думаю, завтра я уже попробую, так скажем, поднагрузить плечо, посмотреть на его реакцию. Нужны ли вам выпуски отдельные, тематические, а не в режиме вопрос-ответ? А вот, нашел. Последнее, кажется, было про солярий, про витамин D я говорил, и потом, мне кажется, я убежал. Алекс Були. Помню, Руслан барыжил развесным хилмером в группе бодибилдинг и фитнес ВКонтакте, где был админом. Как-то чувак поднялся, респект. Ребят, мне, наверное, было тогда 16 лет. 16, либо 17. 16, наверное, лет мне было, да, я был админом группы. Клуб бодибилдинга и фитнеса. Это была одна из самых первых. Это был один из самых первых крупных пабликов ВК. Он, наверное, был в свой момент самый крупный. Я и мой друг Анатолий Алексеев активно им занимались. Вот. А потом как-то что-то меня отвело от этого. А потом один из админов, пидорас, просто меня кикнул оттуда. За то, что я делал репосты из своей группы, уже связанные с генетиком. Хотя, по сути, эту группу во многом я и Анатолий развили, и благодаря нам туда приходили люди. Ну, блин, я вспоминаю свою молодость достаточно
с теплыми воспоминаниями. Хотя туда бы мои мозги и опыт. Блин, ребята. Сейчас бы я был на Bentley Bentayga, наверное. Хотя мне он не очень нравится, но просто, ну, просто бы он был, потому что была бы возможность. Следующим летом обязательно возьму какой-нибудь кабриолет. Не сильно дорогой, просто по кайфу покататься. А потом вообще вам его разыграю. Подарю кому-нибудь. Какую-нибудь Audi TT-ху, Audi TT возьму. Чисто покататься. Будет прикольно. Ну и мотоциклик. Мотоциклик стоит, меня ждет. Осталось на права сдать по территории. Ну, короче, на кота ездить я уже научился. Очень, блин, удовольствие потрясающее. Просто потрясающее. Прогестерон просит рассказать. Хорошо, расскажу. Вот, Руслан, скажи, эффективен ли HGH фрагмент или лучше использовать гормон роста? Спасибо заранее за ответ. Парни, поддержите лайками. Все-таки для жиросжигания эффективна диета. По фрагменту мне сложно сказать, все-таки это не медицинский препарат. Он не исследован, да, это пептид, да, по нему хорошие отзывы. Но опять же, фрагмент никто не использует без диеты. Ну, наверное, кто-то использует, но дебилы и не думают, что у них есть результат. Потому что и гармошка вас не высушит без диеты, и никакие жиросжигатели, и ничего. Без диеты вас, наверное, высушит только ДНП и, возможно, отправит в могилу довольно-таки стройным и сильно воняющим. Так вот, в остальном могу сказать, что отзывы по фрагменту есть они хорошие. Ну, по гормону, тем более, все гораздо более изучено, там 100% эффект жиросжигания, усиление липолиза, куча положительных эффектов там в целом от него, если нет противопоказаний. Сразу скажу, не гонитесь за дозировками, не нужно, звук я выключу на телефоне. Никакого смысла в высоких дозировках, сверхвысоких нету, которые рекомендуют в основном вам в интернете. Вот как-то так. Ну, а если что, я больше за гармошку. Но при ограниченном бюджете там по фрагменту гораздо дешевле выходит. Хотя, если опять же мы вернемся к тому, что я рекомендую дозировки небольшие гормона, плюс минус, получается ценник одинаковый. И финальный вопрос, и он мне очень приятен, и, друзья мои, я рад, что вы с нами. И поверьте, мы тоже с вами. Это вопрос с Украины. GetBig, будет ли продукция в Украине? Я думаю, что однозначно будет. Я жду до конца лета встречу с возможными моими будущими партнерами. Очень много запросов приходит с Украины. Огромное количество. Нас хорошо знают, потому что все время мы сотрудничали с атлетом Ярославом Бабичем, да. И я бы продолжал сотрудничать, просто, ну, как ни крути, при всем моем уважении и желании помогать, я обязан рассматривать коммерческие интересы компании, так как это моя ответственность перед людьми, которые здесь работают. Работает очень много людей в моей команде. Я бы сказал, очень-очень много людей завязаны на том, что я делаю. И я должен извлекать экономическую выгоду из сотрудничества. Из-за того, что мы, ну, да и до сих пор не продаемся на территории Украины, было принято решение ограничить поддержку на тот момент. Но как только мы зайдем на рынок Украины, я сразу же начну поддерживать спортсменов. Вот, потому что, ну, думаю, это будет актуально, это будет правильно. Плюс я думаю, что все-таки рынок, индустрия, информационное поле Украины еще требует, скажем, создания определенного уровня команды, бренда. И знаю, что мы там будем вас продаваться, потому что, к моему огромному сожалению, к огромнейшему сожалению, к вам в данный момент тащат огромное количество дерьма в пакетах с территории Польши. И да, это и чистая правда. Если у вас есть бренды, которые производятся на территории страны, и за них отвечают приличные люди, однозначно берите украинский товар, продукт, не берите польский шлак. Это, ну, не знаю. Есть хорошие бренды, однозначно, польские, в любой стране мира есть хорошие бренды, но основная масса и
не стоит ни в коем случае вашего внимания. Ну, это России также касается на самом-то деле. Люблю. Всем рок-н-ролл, всем яркого солнца, всем лучшего лета в вашей жизни. И до следующего выпуска пишите ваши вопросы, я на них обязательно отвечу. Как бы так.